Азербайджан начал торговые связи с Францией в 1993 году, и они достигли своего пика в 2022-2023 годах. В 2022 году торговый оборот между двумя странами составил 274 миллиона долларов, из которых 229 миллионов, то есть большая часть, приходилась на импорт из Франции. За 11 месяцев 2023 года оборот достиг 514 миллионов долларов. Резкий рост в 382 миллиона долларов снова произошел за счет импорта из Франции. Что касается доли Азербайджана в торговом обороте, то разница между экспортом и импортом составила 250 миллионов долларов. Если обратить внимание на структуру продукции, импортируемой из Франции, то преобладают фармацевтические препараты. За 11 месяцев было импортировано лекарств на сумму более 40 миллионов долларов. Импорт тракторов составил более 10 миллионов долларов. Есть и сливочное масло, и ряд продовольственных товаров. Осуществлялся импорт парфюмерии и другой продукции. Азербайджан в основном импортировал продукцию, производимую в частности средним предпринимательством. Азербайджан же транспортировал во Францию стратегическую продукцию, в основном связанную с сырьем в энергетической сфере. Структура импорта и экспорта с Франции показывает, что в случае дальнейшего обострения отношений между двумя странами, Азербайджан сможет в кратчайшие сроки заменить импорт за счет альтернативных источников. Лекарственные препараты можно ввозить из России, Турции или Германии, винную продукцию из Италии, Грузии или Молдовы. С этой точки зрения в короткие сроки можно заменить импорт продукции из Франции на другие страны. В то же время в регионе имеются рынки и потребность в стратегической продукции, которую Азербайджан поставляет Франции. Особенно этот спрос высок в Турции. Словом, нарушение торговых связей с Азербайджаном будет для Франции равен примерно ущербу в 400 миллионов долларов ежегодно. Равшан Алиев, Фидан Гусейнова, новости АСТВ.